Меня зовут брат Ауриэл. Наверное, многие, кто умеет читать, вы читали здесь, что меня зовут брат Ауриэл. И, может, кто-то, ну, кто более любознательный или любопытный, он здесь прочел, что я, кстати, сам не читал еще. За ответственность за координацию всей программы. То есть, если у вас будет вопросы по всей программе, вы можете обратиться ко мне. Также есть братья, благословенные братья во Иисусе Христе, которые будут отвечать за каждый день. И если вас интересует программа на определенный день и ваше служение в этот день, вы будете подходить к ним. Сегодня ответственный за программу нашу, такое ответственное служение в этот день, когда мы открываем эту 16-ю молодежную конференцию. Это брат Алексей. Алексей Федорович, пожалуйста, проходите сюда, брат Алексей. И он будет вести сегодняшнее служение. Но я хочу вам сказать, если вы думаете, что здесь есть просто те, которые ведут, а вы просто будете смотреть, то это неправильное состояние пред Господом. Мы все здесь собрались, чтобы служить. Аминь. Поэтому мы все вместе соединяемся для того, чтобы это благое дело на этом месте, это благословенное Богом, свершилось. Пожалуйста, брат Алексей, благодать Божия. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, молодежь. Слава Богу, мы очень рады, что Бог нас привел на это место. И я верю, что Он многих и многих нас оберегал в дороге, сохранил. И мы очень благодарны. Мы очень благодарны, что сегодня Господь дает эту великую милость 16-й молодежной палаточной конференции под девизом «Слово Господне». Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Бог сказал быть. Аллилуйя! Слава Господу, братья и сестры! Слава Богу, что Бог дает в это время, время, которое не всегда бывает успешным, времени, когда бывает и притеснение, Бог дает еще здесь совершаться, и Его призыв звучит, и так, придите ко мне, все труждающие, обремененные. Он сегодня зовет нас, Он сегодня призывает нас, и мы сегодня будем восхвалять Его, Бога нашего, и будь сегодня благодарен в этой хвале Господу. И сегодня группа из города Ельца и города Грязи будет совместно прославлять нашего Господа, и мы вместе с ними. Аминь. Слава Богу, друзья мои! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Знаете, те, кто был когда-то в залах, на концертах каких-то симфонических больших оркестров, то наблюдали, наверное, такую картину, когда в самом начале, когда еще нету дирижера на сцене, оркестр уже сидит, то можно услышать с этой сцены большой гул такой, знаете, когда все разыгрываются, настраивают свои инструменты. Это просто какой-то набор звуков, гул совершенно непонятный. И вот на сцену выходит дирижер, взмахивает палочкой, становится тишина. И вот в следующий раз он взмахивает палочкой, и со сцены начинается литься замечательная музыка. Замечательная, стройная, единая музыка. Все, каждый участник этого оркестра становится частью этой музыки. Друзья, мы сегодня собрались здесь, на этом месте, и мы сегодня Божий оркестр. И знаете, Бог сегодня хочет слышать от нас вот эту стройную музыку. Бог желает слышать от нас сегодня стройное пение. Вы знаете, может быть, у нас не получится идеально стройно сделать это нашими звуковыми аппаратами, которые нам даны. Потому что не у всех, может быть, есть слух. Может быть, кто-то не попадает в ноточки. Но Бог желает сегодня, чтобы вот эти стройные, точные ноты, они исходили из нашего сердца. Бог желает сегодня единства, чтобы каждый, сегодня находящийся здесь, стал частью целого этого симфонического оркестра, друзья мои. И сейчас мы хотели бы спеть первый псалом. Может быть, он не всем вам знаком, но это замечательная песня. Это песня о единстве. Песня о том, что мы должны быть вместе. Итак, со всех уголков необъятной России Бог собрал нас здесь, на этом месте, чтобы сделать нас единым оркестром.
За руки преклоним колени, Россия, мы молимся все за тебя, Россия, Бог даст нам силы, Россия, расправь свои крылья, Россия, сделай скорее первый свой шаг, это шаг к пробуждению, Россия, Бог даст нам силы, Россия. Крылья Россия, сделай скорее первый свой шаг, это шаг к пробуждению. Вчера мы еще друг о друге не знали, но кровью своей у нас Бог всех сроднил. Пред нами открыта дорога большая, Россия узнает о Божьей любви. Таланты свои зарывать мы не будем, пусть славится в нас всемогущий Господь. Мы будем светить в темном мире всем людям, мы миру вещаем святую любовь. Россия, Бог даст нам силы, Россия. Россия, Бог даст нам силы, Россия, расправь свои крылья, Россия, сделай скорее первый свой шаг, этот шаг к пробуждению, Россия.